Собирая дочь в роддом, я была в шоке, наблюдая, сколько вещей она с собой берет. Создавалось впечатление, что она едет не рожать, а отправляется в далекое путешествие, причем минимум на полгода. Чего там только не было. Ночнушки, халаты, косынки, индивидуальные принадлежности, прокладки, весь комплект детского приданого, включая кучу подгузников, какие-то лекарства. И вспомнила я роддом советского времени, далекие 80-е годы, когда рожала я. Небо и земля. Роддом встретил меня запахом хлорки, кварцевания, лекарств и щей. Описывать подготовительный процесс клизму и бритье я не буду. Скажу только, что это жесть, унизительно и больно. Затем последовало облачение в больничную одежду. Выдали безразмерную ночную рубашку и ситца с веселенькими вензелями Минздрава. Халат настолько выцветший, что идентифицировать его настоящий цвет не получилось. Хорошо, хоть завязки не были оторваны. Тема тапочек была актуальна для всех роддомов. Тапки были все как на подбор, коричневого цвета, 40 последнего размера, видимо, чтобы не заморачиваться при выдаче. Мне попались одного цвета, но часто выдавали, как говорится, один серый, другой белый. Конечно, на тот момент мне было все равно, лишь бы родить, что я быстренько и сделала. И вот тут начиналось самое интересное. Я забыла упомянуть важную вещь. Извините за интимную подробность, но в роддом советского времени было строго запрещено брать не только гигиенические принадлежности для критических дней, но и трусы. Поэтому нам для прокладок выдавались пеленки. Одна утром, другая вечером. Они были все в неотстирывающихся коричневых пятнах, выленившие от длительного использования многими женщинами, но чистые, если учитывать их обработку в автоклаве или где-то там еще. Пеленка складывалась в несколько слоев. И эту скатку нужно было держать между ног, следя, чтобы она не вывалилась, а также, чтобы содержимое не просочилось наружу. Это был пик мастерства всех женщин, хоть в цирк бери. Мало того, что идешь, еле передвигая ноги, так нужно было следить еще и за хозяйским инвентарем, прокладкой, размером солдатскую скатку. Эти пеленки менялись дважды в день, утром и вечером, причем нужно было за них отчитываться, не сдашь одну, не выдадут другую. Однажды ползем мы, несколько только что родивших женщин, по коридору в столовую, и вдруг одной стало плохо. Она пошатнулась, побледнела и рухнула на пол. Медсестры засуетились, подбежали, подхватили ее под руки и поволокли в палату. Она же открыла глаза и закричала: «Моя пеленка!» Не манипуляции медперсонала, а испуг, что останется без прокладки, заставили ее так быстро прийти в себя. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню испуг в ее глазах по поводу роддомовского добра. Конечно, было и хорошее. Например, еда именно в этом роддоме была отменная. Несмотря на то, что нам приносили всевозможные фрукты, супчики с курочкой, мы с удовольствием съедали в столовой и первое, и второе компот. Видимо, повариха добросовестно подходила к своему делу и все продукты оставляла в стенах заведения, а не тащила домой сумками. О роддомах советского времени можно писать бесконечно. Если вы заинтересовались этой темой, больной темой многих женщин, следите за следующими выпусками.